Рустам Миниханов открыл новую резиденцию Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Он осмотрел помещение резиденции, после чего принял участие в праздничном намазе по случаю Ураза Байрама. КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России. Только в мае количество статей, анонсов и информационных сообщений о КФУ превысило 4000. Казанский Кремль может стать лицом новых банкнот. За объекты списка всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовало более 5000 человек. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в открытии цеха по производству мази, гелей и капель. В развитии предприятия принимают участие фармацевты КФУ, сотрудники научно-образовательного центра фармацевтики. В Казани испекут самый длинный хворост. Событие пройдет в рамках фестиваля «Вкусная Казань». Здесь примут участие 30 рестораторов из городов России. О граде и шквалистых усилениях ветра предупреждают синоптики Татарстана. В республике местами ожидаются грозы, сильный дождь и крупный град. Более 40 видеопризнаний выложили в соцсети участники акции «Татарстан. Я люблю тебя». Жители республики читают стихотворения, посвященные родному краю, говорят о красоте улиц и природы.